Артём, я тебя поздравляю с хорошим результатом. Расскажи, пожалуйста, как в целом для тебя склался сегодняшний день? Очень тяжело, потому что невероятная жара, особенно в нижних залах. Очень много тратишь энергии, даже в коротких боях на 5, я уже не говорю о 15. Вот, поэтому очень трудно. В пуле было очень тяжело. И два боя на 15 сегодня, такой полноценный, по сути, рабочий день получается. Очень нелегко. В целом сезон, не сказать, что у меня удачный. Вот, конечно, у меня есть над чем работать, даже много. Вот. Про квалификацию. Мог тоже выиграть все победы и, в принципе, не фехтовать эти два боя. Группа, в принципе, позволяла это сделать. Вот. Но не получилось, опять же, потому что я немножко не добрал в боевой практике, так как готовился дома, а не на сборах. Вот. В силу своих травм. Вот. Поэтому. Но я рад, что хорошо сегодня все закончилось. Потому что день действительно очень тяжело. Сегодня жарко в Москве, очень большая влажность, жара. Тяжеловато. Ну, спортсмен, я максималист, в принципе. Я всегда хочу выигрывать. К сожалению, не всегда получается. Ну и если так по-серьезному, то, конечно, надо, учитывая, что я проиграл два боя в пуле, у меня будет не самая высокая, разумеется, жеребьевка. Будем плясать от того, что как завтра сетка сложится. Какой боец достанется, удобный, неудобный. Скорее всего, это будет сильный боец с первым же боем, потому что, опять же, жеребьевка у меня слабенькая. Пулю надо проходить идеально в современном фехтовании, иначе очень тяжело. Но все возможно, конечно, мы будем стараться. Спасибо тебе большое, отдыхай, готовься к завтрашнему дню.